Девятое чудо света – обсерватория Жантар-Монтар. Строительство этой обсерватории было начато в 1728 году, и ее конструкция уникальна. Эти сложные приборы используются для расчета времени года и движения Солнца и планет. Обсерватория была построена самим Джайсингхом. Это настоящая карта небес. Здесь отмечены северный астрономический полюс, эклиптика, знаки зодиака, а также фигурки, при помощи которых отмечалось движение Солнца и планет. Это настоящая находка для астрологов. Здесь можно заниматься и астрономией, и астрологией. Окружающие меня приспособления — это не что иное, как измерительные приборы, определяющие положение созвездий. Они позволяют рассчитать положение всех знаков зодиака. По гороскопу я Дева. Это устройство не похоже ни на одно другое. Нигде нет измерительного прибора такой высокой точности, как в Джайпуре. Это мечта астролога. А это самые большие в мире солнечные часы. Их центральная ось наклонена на 27 градусов, что позволяет осуществлять вычисления с точностью до 2 секунд. Этот уникальный инструмент был создан почти 280 лет назад. Мне нравятся эти астрономические приборы, сочетающие скульптурную красоту и изящество. Выполняемые ими задачи носят конкретный характер, что не отменяет их уникальной красоты.